Друзья, добрый день, вы на канале Boston Technic, меня зовут Николай. Сегодня на обзоре у нас трактор МТЗ-82, экскаватор в хорошем рабочем состоянии, смотрим его ближе. АКБ, друзья, новые, в отличном состоянии. Резина тоже более 50% на остатке задние. В хорошем состоянии. Послужит не один год. Диски ровные. Лапы на месте. Стрела ровная. Есть места подварки не новые. Ковш большой. Подтеков практически нету. Передняя резина где-то 40% на остатке. Ковш передний ровный. Быстросъемный. Второе колесо где-то тоже 40% на остатке. Двигатель без подтеков. Распределитель снят, подтеков тоже нету, все устранили. Так, на работу у нас показывают. Заднее колесо тоже 50% более на остатке, в отличном состоянии. Диски тоже ровные. Да, вот 2007 года выпуска. Сейчас попробуем продемонстрировать вам работу. Вся электрика также на месте. Все работает, включается. Друзья, передний, все поднимается, таким образом. Гидроцилиндр можете наблюдать без потеков абсолютно. Смотрим, друзья, то есть все лапы работают, стрела, вторая лапа, тракторист у нас немного неопытный, но в любом случае постараемся продемонстрировать все функции. Полностью рабочий, друзья, продается по причине кончины собственника. То есть вот сейчас продают дети его. Поэтому сейчас немного у нас замешательства в работе. Такой, друзья, экскаватор. Вот. Если он вам понравился, да, обращайтесь там, звоните, приедьте, посмотрите вживую. Полностью рабочий, полностью исправный в состоянии. Двигатель шепчет. Если что, обращайтесь, звоните нам. Всего доброго, до свидания.